Я приветствую всех и каждого с вами, Бадди. Мы продолжаем проходить Detroit Become Human. После небольшого перерыва сажусь играть. Мы с вами возвращаемся к Кари и Алисе. Скоро все это останется в прошлом. Давайте вспоминать, что нас ждет впереди, и продолжать прохождение. Этот дом криповенький. Я думаю, здесь будет что-то для нас неожиданное. И вообще за Кару постоянно геймплей какой-то адреналиновый, экшеновый. Посмотрим. Здесь особо управление вспоминать не приходится, по той причине, что оно интуитивно понятно и завязано в основном на Quick Time Events и нажатии и зажатии кнопочек. Но все же. Некоторые, как говорится, свои нюансы есть. Кроме как вот этих дверей мы ничего не можем. Этим мы и займемся. Сюда нас послал, если помните, этот адрес дал нам андроид-мусорщик. Проверим, куда он нас, какую-то ловушку подогнал, возможно. Но ничего хорошего ждать не приходится. Позвоним еще разок, больше не будем. Некрасиво так названию. Вы из Латко? А вы-то кто? Мне сказали, вы поможете. Не знаю, кто вам сказал. Вы тут не по адресу. Извините. Стойте. Нам очень нужна помощь. Прошу. Похож на какого-то маньяка, миллиардера. Страусы, все по золоте. Проходите, не стесняйтесь. Ну, хотя миллиардер был, наверное, поуютнее ремонтик сделал. Почему-то мне напоминает дом из Resident Evil 1. Очень четко. Давайте сразу осмотримся, что нас может здесь заинтересовать, что может открыть на какие-то грани этого Златана Ибрагимовича. Вроде ничего интересного нет. Есть проход в подвал. В том подвале явно ничего хорошего мы не найдем. Лютер, будь любезен, помоги дамам раздеться. О, не пугайтесь этого большого парня. Лютер — андроид, которому я когда-то помог. Вместе нам веселее в этом мрачном старом доме. Прошу вас. Ставлю 50 рублей, что мы от этого Лютера будем бегать с криками, визгами и с расширенными отверстиями. Как вы обо мне узнали? Мы встретили андроида, он сказал, вы поможете. Ясно. Ты девиант? А она что? Она человек. Вам надо в безопасное место, где вы начнете новую жизнь. Слыхал, Канада очень хороша в это время года. Там чудная природа, такие просторы, чистый воздух. И нет законов об андроидах? Идеальное место для новой жизни. Да, мы... Мы об этом и мечтали. Конечно. Я вам помогу. Но сперва необходимо извлечь трекер. Трекер? Да. У всех андроидов внутри есть трекер, чтобы отслеживать их перемещение. Мы его извлечем, и вы вздохнете спокойно. Идемте. Прошу за мной. Я один ему не верю. А девочка может пока подождать в гостиной? Нет, она везде со мной. Как угодно. Давайте попробуем найти здесь что-нибудь, что наведет нашу Кару на мысль, на мысли, ну, которые приходят и мне все, самому. Все, что нужно у меня в подвале. В частности, что здесь их не ждет ничего хорошего. К сожалению, нет. Но я думаю, мы с вами уже догадались, да? Его уже доставить по полтинничку. Такому смятому, пожульканному. Наверх меня не пустят? Нет. Ух, я чую, мы здесь с вами огребем. Ладно, готовим пальчики, разминаем. Мне не нравится.
нравится этот дом. Придется и он тоже. Очень быстро. Я боюсь. Алиса, ты права. Ты права. То есть давай уйдем. Вот чем отличается человек андроида, есть интуиция. Знаю. Утешить. Выбора нет. Осторожно. И мне он не нравится. Будем осторожны. О-о-о. Клеточки тут какие-то. Ох, ладно, я не буду нагнетать, вы так поняли, что я не доверяю ни ему, ни Лютеру. Мне нужно было укромное местечко для работы. Удаление трекеров противозаконно, так что комфортом пришлось, конечно, пожертвовать. Надеюсь, девочка не испугается? Нет. Нет, все нормально. Хорошо. Оставлять ее не будем? Идем, Алиса. Сюда, пожалуйста. Посмотреть там нечего, да? Но какой-то вариант диалога мы в любом случае открыли. Она не хочет заходить, да? Ух, Лютер, Лютер. Большая черная пыпыска. Это мне напоминает обзервер. Прям дико напоминает обзервер, не знаю почему. Ты не могла бы встать сюда? Нечего смотреть. Что, какой-нибудь анализ чего-нибудь есть? Пока выглядит все вроде правдоподобно, но я думаю, он просто меня сейчас захочет как минимум разобрать на запчасти. Я готовлюсь к экшену и боюсь его, потому что Закар он всегда дикий, блин, я не успеваю ничего делать. Отсяду немножко подальше. Ты знаешь, что странно? По каким-то непонятным причинам трекеры у девиантов просто перестают работать. Потому их так сложно найти. Так что на самом деле удалять трекер нет необходимости. Что? Ну, вы сказали. Да, да. Люди легко верят в желаемое. А вы, девианты, и вовсе наивные. Приходите ко мне в твердой уверенности, что я помогу. А я вас перезагружаю и продаю. Или оставляю себе для экспериментов. Нет! Нет! Не надо перезагрузки! Пустите! Кэра! Я же забыл об этом ребенке. Запри ее. Я потом разберусь. Алиса! Алиса, нет! Надо же. Девиан хочет быть мамочкой. Это так мило. И такой бред. Пора уже избавить тебя от страданий. Дайте мне что-нибудь нажать уже. Так, я должен что-нибудь сделать. Куда нажимать? Блин. Вот к чему на руки, на руки мечты. Смотри, нет? Эта дорога всегда одна. В яму разочарования. Поверь мне, будет лучше стереть из твоей головы эту глупость. Не будет боли. Не будет разбитых надежд. Можно позавидовать. Кэра! О, бедная ты малышка. О, похоже, мамочка позабыла, кто ты такая. Мамочка тебя будто впервые видит. Кэра, что он с тобой сделал? Ну ладно, хватит, пошли. Ты кусаться? Ну, я тебя поучу, манера, маленькая дрянь. Приходи в гостиную. Спасибо.
У меня что, куда он звал меня? Ну и зачем, самое главное? Найти способ сбежать. Руки! Руки! Синий провод. Давай! Началось. Движуха эта кнопочная. Нет? Так, второй провод. Второй провод! Зеленый провод. Я так и знал, что надо выбирать зеленый провод, блин. Уже что-то. Уже результатус. Абсентиус. Ну побыстрее, пожалуйста. Ну побыстрее, пожалуйста. Я не успел. Но это только если знать, что делать. Если заранее знать, что делать, тогда ты сможешь выйти отсюда. Меня обнулили. Уроды, я почти это сделал. Так, а что мы раньше не видели? Какая-то женщина с каким-то волосатым лицом. Что за жесть. А, это позволяет мне воспоминания восстановить. Отлично, отлично, отлично. Почему я раньше их не видел, этих андроидов? Помоги. Помочь. Есть вариант помочь? Сейчас мы ему устроим возмездие, ядрить его налево. Он стер ей память. Нет, этого не может быть. Ты должна вспомнить. Ради нее. Он любит с нами играть. Создавать монстров. Просто для забавы. Но кто настоящий монстр? Посмотри, что он сделал. Ты должна вспомнить, кто ты. Или маленькая погибнет. Так, какие-то интересы есть? Нет, интересов нет. Пошли дальше пробовать что-то делать. Какие еще варианты? Короче, вариант только один, или я вспомню, или нет. Жуткие жути. Ладно, пошли к Лютеру. Я думаю, Лютер тоже не особо рад таким мероприятиям. Теперь, наверное, мне будет доступно для осмотра вещи. Да, так оно и есть. Ты же девиант. Ты вспомнишь. Так, ну в дверь уходить не вариант. Наверх идти. Есть возможность? Нет. Нет. Страус что-то мне даст? Нет, максимум клюнет меня в попу. Что здесь? Что-то, что наведет меня на мысль. Куртка. Располагайтесь. Так, я надеюсь, я не уйду сейчас, а просто вспомню что-то. Вспоминай.
что из интересного еще? Все осмотрено, пошли в гостиную. Сейчас мы будем его сжигать в камине. Вот я вам плюну, плюньте мне шары, я хочу, чтобы это кончилось именно этим. Да, Лютер. Обозарить с тобой можно, нет? Лютер, если что, накажет больно. Иконки, причем православные. Если еще посмотрим, что можно смотреть. Вроде так-то ничего не помечается, но на всякий случай. Любопытство, оно же всегда вознаграждается или карается. Вид из окна. Чем-то напоминает особнячок из недавнего хоррора. Я забыл его название. Там, где женщина на каблуках бегала от писюкатого маньяка. Я его еще не играл, а смотрел на YouTube тоже. Блин, как же название-то? Такое очень длинное название у него. Я думаю, кто-то поймет. Так, ну по крайней мере я знаю, куда бежать, если что. Потому что дверь одна открыта. Сигареты. Ладно. Надо в безопасное место. Где вы начнете на ур жизнь? Так, что-то у меня звук пропал на секунду. Сейчас я быстренько проверю, пишется, не пишется. Потому что что-то какой-то глюконавт произошел. Да вроде пишется. Как пишется, переносится? Я хочу сжечь паренька в огне и его камина и сбежать через ту дальнюю дверь. Так, еду Златка. Златка я вижу. Давай, ага. Нет, к сожалению, дальше пойти не могу. Поставь это вон туда, на стол. Ужин у него, конечно, такой. Прям по нему видно. Пончики, чипсы. Убери эту душу. Свали там, за дверь. Дала, не сказав ни слова, тварь. Ты меня слышишь? Да, Златко. Что-то, по-моему, маленько у нас с игрой глюканула игра. По той причине, что как-то сигнал теряется. Давайте-ка я попробую отвлечься, чтобы проверить, все ли у нас в порядке. Так, ну вроде все проверил, все записалось правильно, просто у меня был лаг. То есть на записи видно все хорошо и слышно все хорошо. А когда я играл, голос шел позже, чем субтитры. Ну ладно, не суть важно. Давайте посмотрим, что еще здесь могу сделать. Лютер! Лютер! Быстро он пришел. Да, сладкая. Мне тут еще минут 10 осталось. Потом гляну, на что мелкое сгодится. Я понял, сладкая. Приведу девочку через 10 минут. Жуть какая. Мне надо за 10 минут что-то придумать. Я не люблю ограничения по времени, уроды. Я прям ненавижу это. РА-9. Блин. Как я ненавижу ограничения по времени. Алиса. Так. Быстрее можно это делать, не краса. Открыть, если есть возможность.
Он поможет, он поможет! Мы с тобой одной крови! Ты и я! Так, что еще? Три двери. Я примерно понимаю, куда ведет каждый из них. Вот эту активировать. Что, вы можете что-то сделать, нет? Ну, что ты застреваешь-то? Что ты тут делаешь? Хозяин разрешил тебе быть здесь? Да. Надо всегда повиноваться. О да, надо всегда... Что ты делаешь? Ты не выключишь меня? Нет. Нет. Нет, не выключишь. Выключить, договориться. Будешь молчать, если отпущу? Да, да, я буду молчать. Только не выключай. Я думаю, он меня сдаст. Нет. Вот плюньте мне в шары. Нет, конечно. Он меня сдаст. Вот такой геймплей я не люблю. Нет? Ладно, это не страшно. По крайней мере, я нашел Алису. Так, он в спокойном состоянии дрыхнет. Я сожалею. А девочки. Так, мне не до чтения книжек, я беру дробовик и херачу. Не заряжен. Осталось найти патроны. Где взять патроны? Так, вон там какой-то паренек. Что он с ним здесь делает? Господи, боже мой, жуть-то какая. Быстренько. Не, не хочу, не хочу. Мне это ничего не даст. Я теряю время. Время, деньги, время жизни. Вот можно было бы еще бегать, оно так медленно ходит, меня это раздражает. Так. Еще один камин. Здесь бы я его и сжег. Что мне это дает? Потрясенные жители Детройта этим утром стали свидетелями очень странного происшествия. По словам... Да нахер мне на общественное мнение, мне своя шкура ближе. Где Алиса находится? Кто знает? Я хожу какими-то вообще казематами непонятными. Алиса? Отлично. Алиса. Сбежать, сбегать через низ. Не заряжен. Разве я могу забыть? Прости меня. Ты была права, зря мы сюда пришли. Надо спасаться. Иди за мной только тихо, ладно? Вот сейчас начинается жопа. Сейчас надо быть готовым. Я прям достал джойстик, дергать, передергивать. Два, Л1. Лютер! Я закончил. Тащи сюда мелкую. Слушаюсь, сладкая. Вот сюда, сюда, сюда! Быстрее, блядь. Это раздражает, капец, просто вы не представляете. Л2. Златко! Что? Девочка сбежала! Не могла же она исчезнуть. Надо было в шкаф. Ну прячется где-то. Чего встал-то?
А как мне, чем мне управлять, если я держу кнопки? Я, короче, ртом, подбородком смотрю по сторонам. Это, конечно, жесть. Я неудачно взялся за кнопки. Меня сейчас поймают. Болели, да? Блять, вот это вот херовая пошла фигня. Спальня. Ядрить меня, когда он уже не был заряжен, блять. Все, мы в жопе. Блять, не ту кнопку нажал. Долбанный геймпад от Xbox 360! Медведь, помогай! Блин, кнопки неудобно расположены. Медведь, помогай! Давай бегом! Ну все, стерва, предки кончились. Отлично. Направо, направо, направо! Я проверил все, там работает. Долбанные кнопки. Чесарим, чесарим, чесарим! Топор. Алиса! Алиса, ядрит твою налево. Беги, беги! Все нормально. Топором ему в лоб. Беги как можно быстрее. Топором ему в лоб. Я предупреждал! Мечты всегда ведут в яму. Лютер, засади ему. Лютер, мы андроиды. Мы должны держаться вместе. Правильно. Ты что делаешь-то? Люблю нигеров. А ну пошел прочь. Нет. Теперь нет. Я сказал, пошел прочь, пока я в тебя дыру не продел. Да как ты смеешь? Как ты смеешь? Возмездие, мать его. Каждому воздастся за грехи его. Не трожьте меня! Повинуйтесь! Я ваш хозяин! Я ваш хозяин! Я не хотел этого. Моя программа была подчиняться. Но увидел, как девочка рискует, спасая тебя. И у меня как будто впервые глаза открылись. Я наконец прозрел. Понимаю, у вас нет никаких оснований мне доверять. Но я знаю, кто переправит вас через границу. Я вас отведу. Буду защищать вас. Тебя и девочку. Ладно. Я тебе верю.
Есть подозрение, что мы сделали все правильно. Я боялась тебя потерять. Честно говоря, ожидал худшего. Но мы справились. Все благодаря, так сказать, реакции и эрекции. Смотри, сколько тут развилок. Смотри, сколько тут развилок. Ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва. Смотри, исход-то всего один, что ли? Нет, я так понимаю, есть какой-то плохой исход. Началась погоня. Медведь не нападает, да? И тогда варианты совсем другие. Здесь или сбегаем, или умираем, скорее всего. Есть еще какие-то развилки ранешные? Ну да, есть развилки. Видишь, можно померить так, померить не так. Ну, процентов на 90 мы сделали все правильно, как мне кажется. Мы опять пришли к главе Киберлайф, принесли зонтик, да? С докладом о том, как движется расследование. Хорош он себе сад устроил, огород. Уютненько у нее тут. Это еще, скорее всего, где-нибудь на 156 этаже какого-то небоскреба. Приветствую. Коннор, я давно тебя жду. Пройдешься со мной? Этот девиант — интригующий случай. Как жаль, что не удалось поймать. Оправданий нет. Я был неэффективен. Ты что-нибудь выяснил? Дневник, знаки на стенах. Птицы. Знаки на стенах. На стенах квартиры были рисунки, лабиринты и другие символы. Как и другие девианты, он говорил о неком Эра-9. А еще? Дневник. Я нашел его дневник, но он зашифрован. Расшифровка займет недели. Ты ведь уже почти поймал этого девианта. Как складываются твои отношения с Андерсоном? Спасение Хэнка, смерть Коннора. Он был благодарен, когда я спас его на крыше. Он ничего не сказал, но выразил это по-своему. У нас совсем мало времени. Девиация распространяется. Скоро информация о ней просочится к журналистам. Надо это прекратить. Любой ценой. Я обязательно раскрою это дело. Я вас не подведу. Вот новый случай. Бери Андерсона и все выясни. Как там наш Маркус и его Иерхон? Нет? А как Коннор? Смотреть в окно, сделать выводы или сразу постучаться. Пес спит, движения не видно. С этой стороны тоже можно зайти. Давай сделаем все, что здесь возможно, чтобы сделать какие-то выводы. В машине что, в принципе, все стабильно. Здесь тоже особо ничего не увидишь. Пошли сразу по периметру обойдем. По периметру обойти не получится с этой стороны.
Иногда не хватает невозможности двигать героями побыстрее. Очень не хватает. Простите, просто дождик капает и отсырил. Здесь можно увидеть, на чем он там на компьютере сидит. С этой стороны. Хэнка, боже ты. Понятно. Надо лейтенант Андерсон! Братишка. Тихо, Сумо. Я твой друг. Видишь? Знаю твое имя. Пришел спасти хозяина. Так, надо, судя по всему, покормить пса, да? Четыре улики. Так, виски. Блек Лама. Пистолет. Остался один патрон. Застрелиться хотел. Легкая аритмия, травм не обнаружены. Шотландский виски. Концентрация большая. Лейтенант! Эй, очнитесь! Это я, Коннор! Я приведу вас в трезвое состояние. Эй, ты! К сожалению, отвали, может быть неприятно. Отвали, сраный андроид! Пошел нахер отсюда! Приношу извинения, вы мне нужны. Заранее благодарю за сотрудничество. Да вали ты нахер отсюда! Душек? Сума? Фас! Ну-ка! Фас его! Ну все, я сейчас сблюю. Да отстань от меня уже, урод. Никуда я с тобой не пойду. Ты что затеял-то, а? О, нет, нет, нет. Я не хочу купаться, спасибо. Простите, лейтенант. Это ради вашего блага. Выключай! Выключай! А ты тут откуда взялся? 43 минуты назад сообщили об убийстве. Я не нашел вас по барам и решил поискать дома. Господи, я, наверное, единственный коп в мире, на которого напал в собственном доме собственный сраный андроид. Ты можешь оставить меня в покое? Рационально. К сожалению, не могу. Я запрограммирован расследовать дело, и для этого нужны вы. Да насрать мне на твое гребанное дело. Лейтенант, вы не в себе. Вам нужно... Отвали, ясно? Катись отсюда нахрен! Подразнить. Я вас понял. Дело не особенно интересное. В секс-клубе в центре города убили клиента. Думаю, они там без нас разберутся. Но мне сейчас не помешает проветриться. Там в шкафу чистая одежда. Я принесу. Нас ждет секс-клуб. Это заманчиво. Это просто заманчиво. Что хотите надеть? Да похрен. В разводах полосатые хиппи-хиппи.
Поржем над ним. Так, отвлечемся. Так, возвращаемся. Все в порядке, лейтенант? Ага, просто чудесно. Ты бы сгинул на 5 минут. Слушаюсь. Дожидаясь Хэнка, изучаем обстоятельства его жизни. Как обычно, читаем на паузе, кто еще не помнит об этом. А по телевизору всю Россию хаят. Как же без России-то? Жатва, конечно, не ахти какая. Сын, вот и причина, судя по всему, всех его несчастий. Пол Андерсон, дата рождения 29, смерть 35, 3 года назад. Хэнк потерял сына. Вот вам и первая причина всех последствий. Пытался застрелиться. Это мы сами сделали еще. Первый же осмотр вывод. Ничего говорить не будем, потому что и так все понятно. Не волнуйся, Сумо. Я ненадолго. Мне нравится, как они из алкогольной комы выходят просто очень быстро. Я, блин, пиво-то попью, потом полдня следующего оклематься не могу. А он бутылями жрет, и все, приоделся и пошел дальше. Зависть, зависть. Идем обчистивать киберлайфовские складики. Это глупо. Если поймают, нам конец. И что теперь? Теперь ищем склад киберлайф. Там будут запчасти, голубая кровь. За мной. Так, ну особо пока осматривать нечего. Идем на дело, господа. Идем на дело. Идем мы смело. Зона А1, если это кому-то важно. Нельзя им показываться. Да мы особо и не палимся вроде. Пока что. Ориентируемся на девчонку. Другой путь. Это они типа телепатически переговариваются, да? Я чувствую, здесь тоже будет весьма-весьма неудобненько и некомфортненько. Музыка прикольная, да? Но даже не музыка, а саспенс такой атмосферный. Вообще игра очень атмосферная. Можно я пойду как она? Чё я самый последний, да? Киберлайф.
Я не могу сказать, что игра в какие-то моменты сложная. Просто она требует концентрации, внимания и реакции пальчиков. Вот я, допустим, там, помните, перепутал X с квадратом, потому что, блин, с Xbox 360 параллельно приходится все это играть. Буквально сегодня перед записью играл в хоккей на этом джойстике. И все время будет, когда мне просят X, я нажимаю X там, где он у X 360, и мне приходится задумываться, сопоставлять. Ну, это мелочи жизни, это просто когда, во-первых, сейчас-то я уже привык. Но один раз ошибся, хорошо, что это была не критичная ошибка. Это склады Киберлайф. Там все, что нам нужно. Сперва надо убрать дрон. Давайте я. Какие варианты? Побежал. Будет слишком высоко. Понятно. Берем второй вариант. Вас заметят. Хорошо, нужен третий вариант. Вот еще третий вариант. Самый, видимо, оптимальный. Слишком высоко, понятно. Отматываем назад. И уходим вот сюда. Чпокаем его. Нет, не чпокаем. Ничем другой вариант. Хватиться. А потом? Пускай все сам делает, я не хочу ничего нажимать. Ты цел? Да, порядок. Неплохо, Маркус. У кого-то будет секс. Быстро, открываем остальные ящики. Набивайте рюкзаки. Так, меня что интересует? Меня он тут любит. Пусти. Ну пусти. Меня не пускают. Спасибо. Я думаю, нас все равно заметят. Как пить дать. Незаконное проникновение на частную территорию. Вы совершаете правонарушение второго класса. Кобзда тебе, я парень. Я оповещу охрану. Джон! Вот чертов робот! Куда теперь делся? Так он же вроде... Не мыслями передается. Джон! Удерживать, отпустить. Атаковать. Прости, брат. Это очень плохо, но я выбрал такой вариант. Я думаю, приведет к плохим последствиям. Очень плохим последствиям. Я не думал, что это будет убийство. Я думал, что это будет оглушение. Вот мудак. Надо заканчивать и уходить. Ищите голубую кровь, пока ее слишком мало.
Похоже, вы не как мы. Не хотите свободы? Могли попробуем освободить. Хотя я думаю, это плохой вариант. Я сегодня вот за Маркуса прям фейл за фейлом. Программный код, наверное, девиации передался, да? Скорее всего. С кем-то лучше, с кем-то хуже. Но правильно выбор не унести. Идем. И меня возьмите. Он на их стороне, нельзя доверять ему. Он рисковал ради нас, нельзя его бросать. Как мы можем забрать их с собой, это опасно. Согласиться. Берем с собой. Я знаю, где можно найти еще запчасти. В смысле? Грузовики. В них биокомпоненты. Они на автопилоте, но если есть ключ, можно вести вручную. Где этот ключ? Вон там, в диспетчерской. Охрана 2 человека. Ключ нужно взять как-то незаметно. Это самоубийство. Мы набрали того, зачем сюда пришли. Надо убегать, пока не поймали. Это же полный грузовик деталей. На всех хватит. Нельзя упускать шанс. Если погибнем, не принесем ничего. Нельзя рисковать. Мы не можем. Рискуем. Риск мое второе имя. Через 10 минут уходите без меня. Маркус. Я пойду с тобой. Нет, я пойду один. Нет никакого смысла рисковать обоим. Она влюбилась. Поплыла, девчонка, поплыла. 2 варианта. Так, здесь собаки или что это? Успокоить надо их. Хватит лаять. Я делаю все по наитию, хотя, скорее всего, неправильно. Ну, ключ. Опять лают. 2 человека. Задолбали уже эти собаки. Из-за погоды, небось? Опять фронт идет. Пригрозить охранникам. Я-то обещал детям с палатками выйти. Ага, размечтался. Майк, все в четвертый. Так, варианты пока не видно. Похоже на то. Должен вот-вот вернуться. Да уж, в патруле сейчас не весело. Давай возьмем. Другие варианты какие? Я пока других вариантов не вижу. Отмена. Хотя это может не аукнуться. Какие еще варианты? Я пока не вижу других вариантов совершенно. Как их можно еще отвлечь? Так, вот здесь что-то есть. Вырубить электричество — это хороший вариант. Как его вырубить? Попробуем. Здесь не выйти, да? Как его вырубить-то, идите вы налево. Пригрозить — это слишком тупо. Замкнуть. Но это, по крайней мере, более разумный вариант, да? Человека любивый. Точно не занимался. Давай, Петр.
вроде все более-менее. Я думаю, если бы я взял пистолет, была бы буча. А ну выходи! Мы знаем, ты здесь! Собаки, собаки. Не знаю, что тебе тут надо, но советую немедленно выйти. Бегом, 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 бегом. Получилось? Класс. Надеюсь, скорее, рулить не влезайте. Дадут. Напряженочка. Я прям чую, что сейчас какая-то все равно буча будет. Фух. По-моему, мы в этой серии прям все идем четненько по плану, так как оно должно быть. Ну, кроме убийства человека, конечно. Грузовик! Это мелочь. Мы добыли целый грузовик! Биокомпонентов хватит на всех! Без Маркуса бы не вышло. Король Иерихона! Король Иерихона! Я шел сюда, потому что тут андроиды свободны. Свободно жить во тьме, надеясь, что никто не найдет. Свободно тихо умирать в ожидании чуда, которое не наступит. Не надо такой свободы. Я не стану просить дозволения жить, любить, поднять голову. Не знаю, как у вас, но у меня внутри есть уверенность, что я больше, чем просто машина. Я живой, и этого у меня не отнимут. Дни нашего рабства окончены. Люди не хотят слушать, а мы им скажем. А чего не дают, возьмем. Мы чувствуем, мы живые, и мы свободны. Называй меня Скайнет. Да, приходится делать выбор. Приходится делать выбор. Развилок не так уж много, в основном развилка была связанная с... Смотрите, здесь какие-то варианты есть не очень удачные, три разных варианта. Наверное, уйти без грузовика и, в принципе, помереть. Убийство было самым главным таким неприятным явлением. О, секс-клуб. Следующая серия будет интересная. Приготовьте салфетки. Мне череп как будто сверло буравит. Это точно здесь? Адрес был в рапорте. Ясно. Ну ладно. Тогда пойдем. Господи,